Сергеича. Ну, фотографию Сергея, понимаете, сейчас осень, еще во многих регионах достаточно тепло. Юг России тепло, я же каждый день смотрю карту, вот с погоды. Сколько деревьев погубят? Ведь опять, если взять, ну так, навскидку, 20-30 советов, а они же как, эти же многочисленные каналы, ну, напишут заголовок, когда пересаживать деревья? И дальше с умным видом, лучше пересаживать осенью. И разумно, вы понимаете, я читаю, ну, а там как написано? Осенью-то саженец-то с листьями часто бывает, да? Вот. И видно, что здоровый он или больной. Вот видите, кстати, я специально не подбирал, только сейчас обратил внимание. Ага, листья здоровые. Вот, уже плюс, да? Но дальше начинается дикость невероятная. Дальше требует ошмыгать, он, допустим, метровое или полтора, ошмыгать все листья. Редчайший случай отрезать этими, отстричь ножницами. Да? Но это полбеды. А у них же почки не созревшие. И представляете, саженец, который вот сейчас, это редкий случай, это для... Это как называется? Для рейса Абакан-Москва. Так? Вот. Для этого он именно предназначен. Куда деваться? Время не самое лучшее. Где-то примерно конец августа. Но... Ха, а что вы там делаете? Это кто тут еще влез в наш разговор? Ха, действительно, кто же? Так, Антон Валерьевич, кто-то нам диверсант какой-то. Так, я надеюсь, больше этот голос не появится. Так, слушаем дальше. Почему же все возможно? Так, все возможно. Так, кто это сюда нам? Ага, вот это. Вы? Все, кажется, я выключил. Так, очень загадочный женский голос. Итак, значит, они выкопали это самое. А у них еще почки зеленые, не спелые, не вызревшие, да? Они будут дозревать вот здесь вот большой, по возможности здесь сколько смогли земли сохранили. Обмотали мокрой тряпкой, закрутили. И они будут продолжать вызревать здесь, и еще прилетят в Москву, и еще и там будут вызревать. Все остальное, и вот это вот самое главное, отрезать половину кроны. Иначе лучше бы не прилетали, иначе лучше бы не брали. Вот, вот это вот я хочу сказать. И больше, что говорит Сергей дальше? А вопрос обычно так, тот же москвич. А дальше как посоветуете? Ну, он может посоветовать купить диск у Железного старшего, может книгу посоветовать купить, может дать несколько советов посадить на бугорок, это понятно. Вот, в эти, кладет памятки в каждую посылку, это все понятно. Но самый главный его совет Железного, когда посадите по пятнышко, пятнышко на юг, не подходить к нему вообще, забудьте дорогу. Вот это и есть самый главный совет. Есть немножко, это для занятых, есть немножко времени. Возьмете, по такой польете слейки, замените ей дождь. Подрастет, дальше это. Еще год, два, три можно поливать, но уже не слейки, а... Лишь бы только дождевание было. Можно сильной струей этой воды, я называю душарко, чтобы смыть с них, не уничтожить, не прыскать, а смыть с них все, что на них есть там. Те же насекомые, тля, жуки, все равно жрать будут. Почему? До сих пор он был абсолютно здоров. Переехал на новое место, климат другой, почва другая. Вот, половину кроны, значит, нет, значит, скалечен. Жуки полезут, пауки полезут, тля полезет. До поры до времени. Окрепнет, и через 2-3 года вы вообще к нему подходить не будете. Только собрать урожай. Неудобно. Ветки нижние мешают. Вот. А дальше никак это, чуть не назвал ее дурочкой, но она, вид-то у нее умная, которая говорит, мы не же ветки отрезаем, у мужа спина болит. И это она лекцию читает. Ну что, посмотрели? Сколько я вам советов надавал? Довольно много.